Привет всем! Сейчас я обзор буду делать на кириешки, который называется Лихич кириешки сливочным сыром. Блин, а я не, по-английски вообще не могу читать. Ладно, их надо благословить. Ом твамя сакшат, шианапурна сакшат, шреди шахти матаджи, шринадиве намунага. Протяжно. Благословим. Так. Ну-ка. Они такие маленькие. Такие надо кушали кирешки. Обыкна с пивасиком. Кенклёвым. Классик, да? Я и клёв. Какой клёвый пивасик. Какой сёстка. Да? Можно? Ха-ха! Можно, да или нет? Прикольно вообще. Да, не клёво. Да, не клёво! Да! Три слова, не клёво, да? Вообще, вас всех обожаю. Вот это. Подписывайтесь, будет всё клёво. Сколько меня отписывается? Нормально всё? Да. Ну да. Это микро такое. Не, вообще клёво кирешки. Закончили покупать такие кирешки. Это не реклама мини-бушет. Маленькая пока. Я всех люблю.